because they are even a different sensation. Потому что у нее другие, от нее другие ощущения. You can do in front of the mirror. Вы можете делать перед зеркалом. We realized it is some tutorial to do catalepsy in front of the mirror. Мы выпускали как обучение, способ, как делать каталепсию перед зеркалом. The person can have hands, arms cataleptic. И человек может достичь состояния каталепсии в руке. They have a specific sensation in catalepsy, the arms. В это время в руке особое ощущение во время каталепсии. Because the blood circulates differently. Потому что кровь циркулирует иначе. In some way, некоторым образом, the blood the blood is circulating, having a different circulation. Кровь по-другому иначе циркулирует. Why the muscle? И поэтому мышцы have the minimum tension. Они напрягаются минимально. Now, смотрите на меня. Now, this a little more rigid. Сейчас немного более жестко. Мы учили, как перед зеркалом добиваться такого типа каталепсии. Сейчас позвольте ощущению тепла развиться в солнечном сплетении, как будто бы вы что-то принимаете. Вы знаете, что вы в положении восприятия, получения. You receive. Вы получаете. You put yourself as you should receive from the universe. Вы так стоите, как будто бы вы получаете что-то от Вселенной. The important is creating the sensation of warmth at the solar plexus. И важно создать ощущение тепла в солнечном сплетении. Notice how. Обратите внимание. Oscillation. Вот эти колебания. The other elements. И другие элементы. That we have. Это у нас есть. How we know in reality? Как мы знаем в действительности? We can even interpret this fact that we have created an hypnosis in ourselves. Мы можем интерпретировать этот факт так, что мы создали состояние самогипноза в нас. And we create in us an acceptance for something that must arrive. И мы создали принятие чего-то, что должно прийти к нам. This technique is for the French messenger. Это техника француза мессенджера. And it's very powerful. И она очень мощная. It's not mine. Это не мое. Is he told to create a catalepsy? Он говорил о создании каталепсии. And after have a warm coming to your solar plexus. И о том, что нужно сделать так, чтобы тепло появилось у вас в солнечном сплетении. But us in our teaching also is very important. Но наше учение по поводу этого тоже очень важно. Creating catalepsy, and we do a lot of exercises with catalepsy. Создание каталепсии, мы делаем очень много упражнений на каталепсию. I teach you it. Я учу вас этому. You can stay here for because in some way you have the aptitude of receiving. У вас получается есть такая способность к принятию. This is the law of attraction получение. In action. When you open очень мало внимания в действии. When you open up the solar plexus. Когда к действиям, когда вы открываете солнечное сплетение. You permit the stuff to arrive. Вы позволяете вещам приходить. Just that. Вот так.
But the difference with the law of attraction that you can read on the books. Но отличие от пониженного внимания, которое вы можете прочитать в книгах. Normally it is not used with hypnosis. Обычно это не используется в гипнозе. Now we are using with hypnosis. А сейчас мы это используем с гипнозом. And now и сейчас we have opened the eyes. Мы откроем ей глаза. Very good. How you feel? Очень хорошо. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Very good. Свежо. Fresh. Fresh. Okay. The difference with when you do rigidity. Разница между тем, когда вы делаете каталепсии. Такой твердость руки от каталепсии. Is that if you do rigidity? Это то, что если вы делаете твердость, жесткость. When you are under rigidity. Когда у вас жесткость. You are tired. Вы устаете. When you do catalepsy. Когда вы делаете каталепсию. And you let go. И отпускаете себя. You have energy. Вы получаете энергию. Because when you do rigidity, потому что когда вы делаете жесткость, you use your rational mind, вы используете напряжение, tension. Yes, to create the tension. Да, вы создаете напряжение и руку держите просто. Why? Эмоциональным умом. Catalepsy. В то время, когда мы используем каталепсию, you use some very reptilian profound reaction of your brain. Мы используем рептильные, такие глубокие реакции нашего мозга. That keep the position. Которые сохраняют положение. If you see reptiles, если вы видели когда-нибудь рептилий, they can stay hours. Они могут часами стоять так. In a certain position. В одной и той же позе. This is because they don't use the brain as we use us doing an effort. Это потому что они не используют мозг так, как мы, когда делаем, прикладываем какие-то усилия. They create in some way spontaneous catalepsy. Они создают.